Привет, суперученики! С вами Франс Руси. Сегодня я предлагаю вам написать небольшой диктант. Он будет легким, обещаю. Берите тетрадь, ручку, слушайте внимательно, пишите все, что услышите. Затем мы проверим ваши ошибки и разберем слова. Начинаем! Моя подруга едет на море. Это твой галстук? Это мой галстук. Он очень красивый. Шарль зовет свою жену Адель. Шарль зовет свою жену Адель. Агата больна. У нее болит голова. Эта красивая женщина переходит площадь. Теперь вы можете перемотать видео назад, послушать еще раз. Напишите все, что слышите. Проверяем. Моя подруга едет на море. Это твой галстук? Это мой галстук. Он очень красивый. Шарль зовет свою жену Адель. Агата больна. У нее болит голова. Эта красивая женщина переходит площадь. А теперь разберем слова. Ехать. Подруга. Море. Галстук. Красивый. Красивая. Жена. Больной. Агата больна. Голова. Женщина. Красивая женщина. Площадь. Дорогие ученики, пишите в комментарии, есть ли у вас ошибки. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Ждите новые полезные материалы. Пока!